Первый раз я поехала в Испанию. Тогда у меня был старый паспорт и старая виза. С новым биометрическим паспортом я впервые поехала в Париж. Все равно волновалась. Взяла с собой и старый паспорт. Вдруг что-то произойдет, возникнут проблемы. Однако ни о чем меня не спрашивали. Даже о том, в какой гостинице планирую остановиться или с какой целью приехала. Дважды я была в Испании, один раз во Франции, в Италии и Германии. Путешествия для меня стали наркотиком. Постоянно слежу за тем, и появились ли дешевые билеты в каком-нибудь направлении. Очень хорошее чувство, когда понимаешь, что тебе не нужно заранее готовить какие-то ответы. Ты свободен. Пришел, поставили печать, сказали «welcome», проходишь. Не может произойти такого, чтобы тебе не понравились порядок, чистота, многие такие аспекты, которые есть в странах Шенгенской зоны. К примеру, порядок движения автомобилей. Увидишь один раз, второй, затем у тебя тоже возникает мысль: «Давай и я так поступлю». Путешествие – это самое лучшее, что человек может подарить себе. Возникает ощущение, что у мира нет границ, и ты часть этого мира. Я очень не хочу возвращаться к прежним бюрократическим процессам. Это негативно скажется на нашей стране, если мы потеряем эту возможность, поэтому мы должны быть максимально осторожными.